видископ. Конечно, хотелось бы, чтобы это был человек с выдающимися спортивными результатами, то есть с авторитетом в спорте, с непререкаемым авторитетом, как у человека, добившегося, прожившего жизнь в спорте. Но если мы будем говорить о том, какими качествами должен обладать человек там, по нисходящей, что мы ставим на первое место, на второе, на третье, на четвертое, то я бы все-таки системность, ясность, понимание проблемы. Еще раз, это мы повторяемся миллион раз, но вот слово «система». Я не готов и не буду обсуждать компетентность, глубину понимания в спорте и в специфических спортивных вопросах человека, который находится на позиции министра, то есть государственного, на позиции министра Министерства молодежи и спорта, то есть государственного регулятора сферы спорта. Меня больше волнует вопрос, насколько он может системно подойти к формированию нового взгляда на сферу спорта. При первой встрече, когда был затронут в разговоре вопрос детско-юношеских спортивных школ, и министр сказал, ну там надо еще разобраться в идеях реформы, потому что мы должны сохранить систему ДЮСШ. Вот я его буквально там в течение 3 минут проинформировал о том, что нигде и никогда и никто из тех, кто говорил о необходимости реформы, кто ее концепцию разрабатывал, не говорил о том, что ДСШ надо сокращать. Витископ. Спортивное видео.